갔다 갔다 오지. 그래서 했고. Пиздец, нахуй. Четко в мазь, убитый туз. Старый кассет, пока не спалила мама. Ржавая вода из крана. На экраны кубометры снега. На всю вашу. Ой, это что это? Это что это? Пьяный что ли, смотри. Боже. Боже. Все это у нас он, на глазах. Он догнал. И вот он где. Он пьяный. В жопу, наверное. Поворачивай ты как хочешь. Не увожу, да. Вот, а нифига, смотри. Тормози. Нихуя себе. Вау. А трава давно? Нет. Блядь.
casa alle 10, io ero lì a dormire, vedi che lo sveglio e mi dice no, no, stai a letto, non andare a lavorare. Io c'è bisogno, allora ho detto, chiamo l'ambulanza, chiamo l'ambulanza adesso. Dove siamo? Non lo so dove siamo. Господи, мужик, он же там же сгорит. Есть контакт. Такое отношение, то есть ни хера, ни хера себе, блядь, чуть не перевернул.
сдыхают. Они едут, ездят, пока не сдохнут. Тихо, тихо, стой, стой. Стой! Ты как? Живая? Живая. Блять, долбан! Что ты поймаешь, нет, не сойду? Опа, нихуя! Блять! Охуеть! Ёбаный в рот, блядь! Если вы ничего не знаете о нанотехнологиях, спросите. Нет, они вам не только расскажут, что такое нанотехнологии, но и споют об этом. Что-то мазяшка? Да. Заебись. Нихуя, погоди. Сейчас я остановлюсь. Они делают сами или мы им предоставляем? Ой, блядь! Охуеть! Аня, отъедь. Блять, вот.
Oh, holy crap. Catch it, catch it, catch it. I got it. To tell you that Louisiana is the land of good cooking, partly because we bring in spices from all around the world and blend them into amazing flavors. Well, honey... Опа! И нас задело. И нас задело. Ну что, езжайте с Ленкой. Я останусь. Владик! Нормально? Да. На Евро-2016 состоялись заключительные матчи 1/8 финала. Действующие чемпионы Европы и испанцы уступили сборной Италии 0-2. На счету Сигтурсона.
Таким образом, команда страны, чье население в два раза меньше Иркутска, выигрывает у родоначальников футбола и выходит в четвертьфинал Евро. Стали полностью известны пары четвертьфиналистов. Польша сыграет с Португалией, Уэльс встретится с Бельгией. Квартиры в жилом комплексе «Символ» от компании «Новый город» вы обязательно найдете то, что подходит именно вам. Телефон отдела продаж. Раз, блять, а! Ребята, приехали. Пиздец. Ой, сюда лучше, что ты за ней ставишь? Что-то, блядь. Пиздец. Ну вот и ехали, не спеши. Езжай, ёбаный в рот, блядь! Thank you.
запчасти, я думаю, что с него сыпется-то все. Папа! Ой, блин, папа! Сашка! Надо, 가자.